Очередное возгорание и есть жертвы. Тревожное сообщение поступило на пульт диспетчера пожарной охраны сегодня утром. Пламя вспыхнуло в одном из домов по Октябрьской. Горела квартира на 5-м этаже. На место прибыли 3 машины спецтехники. В квартире огнеборцы обнаружили тело пожилой женщины. Она погибла, надышавшись едким дымом. Предварительно пожар произошел из-за светильника, который упал на диван. Скрыли дверь, вошли, там сильное задымление было. И стояла рядом настольная лампа, я так понимаю, она просто упала на этот диван. И эта женщина что-то пыталась то ли лампочку выкручивать, то ли еще чего-то. И, видать, дыма хватануло и упала на пол возле дивана. Диван обгорел весь. Известно, что 71-летняя пенсионерка проживала одна. Соседи рассказывают, запах гари почувствовали еще ночью, но значения не придали. Сын перед сном учуял запах. Ну, время где-то было сколько? Где-то 12:30 открыл, говорит, окно, зарядник, розетку понюхал, ничего, говорит, вроде не пахло, уснул. Все, мы уже проснулись от того, что, тут кипиш начался, так скажем. И все, и увидели, вот, что случилось, запах гари и так далее. Я, если честно, не чувствовала особо. Вышла в подъезд, только тогда, конечно, почувствовала. Всего с начала года в Магнитогорске произошло 119 пожаров, в которых погибли 6 человек.